Ой, так. 25% от 160. Вариантов нету. Нет, я говорю, еще раз повтори, прослушала. Цифры какие-то. 25% от 160. Следующий. Не будем даже, не будем считать эти мозг все. Мозг мы напрягать не будем. Мы не будем этого делать. Здравствуйте, дорогие телерадиослушатели. Девушка, извините, в нашей передаче надо срочно сняться. Нет? Какие, говорится, ляжки не будут участвовать сегодня в нашей передаче. Передача, которая называется «Вопросы за бабосы», и я ведущий этого мероприятия Евгений Ширяев. Можно вас сюда? Меня зовут Евгений, и эта передача называется «Вопросы за бабосы». Отлично. Белиссимо. Я задаю 5 вопросов, отвечаете правильно, получаете за каждый правильный ответ 200 рубасиков. Мы нормально стоим, Михаил? Это Михаил, это мой оператор, товарищ. Сколько градусов в круге? 360. И это правильный ответ. 200 рубасов уже кто здесь? Алексей. Сразу дать или попозже? Ну, давайте потом. Ага. Когда закончилась холодная война? Холодная война закончилась с распадом Советского Союза в 91 году. У вас еще 200 рубасов? Угу. Аллегро. Это какой темп исполнения? Ну, а можно мою девушку позвать? Конечно же. Можешь подойти? Там вопрос просто музыкальный, я не очень понимаю. Признавайтесь, как вас зовут? Вика. Ваш ковбой сказал, что вы сейчас поможете нам ответить на этот очень музыкальный простой, вопрос. Музыкальный, сложный вопрос. Аллегро, это какой темп исполнения? Без понятия. Не знаю, да? Но это точно немедленный. А там вопрос уже прям очень точно ответить, да? Наверное, быстрый темп исполнения. Я не музыкант, я так слегка просто немножко знаю, но нет. Я знаю, что это немедленно. У меня появилась информация. Мне на ухо сказали, что я могу сделать вам 4 варианта ответа. А, если так, то хорошо. Это продюсер. Где-то рядом стоит, да? Он, да, все слышит, там уже петли... У меня же петличка здесь, все. Хорошо. Подключено. Медленно, протяжно, быстро, громко. Аллегро. Я думаю, аллегро это громко. Вы тоже так думаете? Нет. Либо быстро, ну, ты подожди, темп не можно, наверное, громко, поэтому быстро. Какой ответ? Ответ 3, который быстро там. Это правильный ответ. Да. Угу. Сколько бабосов уже надо отстегнуть будет? Ну, я так понимаю, еще плюс 200. А было сколько? Было 400. Уже 600? Получается 600. Нормально. Так, сейчас я какой-нибудь выберу себе другой вопрос, посложнее надо. Сейчас, подожди. О! Что дало название винегрету? Винегрет? Вино? Винный уксус? Подожди, винегрет. Вегетарианцы? Нет. Ну, у меня первое предположение, что это связано с цветом вина красным, то есть винос. Что-то типа. Либо с вегетарианцами, потому что, честно говоря, не мой любимый салат. Не очень в нем разбираюсь. Ну, по логике просто что-то из этого. Я не люблю его. Я тоже его не люблю. Вообще не понимаю, честно говоря. Ну, то есть, можно. Чуть-чуть поесть. Можно приколоться. Но когда корыто делают, куда да, это да, жрать? Да. Каждый день должен жрать винегрет? Наверное, мы правильно ответим. Скорее всего, связано с, со словом так же, как и вино. Вино что-то такое, цвета просто. Секундочку. Мне сказали, что можно дать 4 варианта ответа. Блин, давайте, если так все можно. Уксус, масло, свекла, мелкая нарезка. Логично, что это может быть свекла, но почему-то мне кажется, что это винный уксус должен быть. Поэтому ты бы что-то предложила. Я просто не знаю, свекла как по латыни или по английски будет, но думаю, что уксус. Я тоже без понятия. Думаю, от уксуса произошло винус. Уксус! Да. Михаил, у вас не будет 800 рублей. Пятый вопрос. В какой стране проходили летние Олимпийские игры 2016 года? Летние Олимпийские игры 2016 года. Лондон?
Не очень сильно интересуюсь спортом по телевидению, но так, Китай там был раньше, Лондон, летние Олимпийские игры. Пускай будет Лондон, Великобритания. У меня появились 4 варианта ответа. Китай, Бразилия, Италия, Англия. Это либо Китай, либо Англия. По-моему, Китай проходил раньше, после него шла Англия, поэтому пускай будет Англия. Пускай будет Англия! Это неправильный ответ. Отлично. Надо сейчас обязательно сказать про спонсора. Спонсор молодец. Спонсор молодец. Кто не знает, тот знает теперь. Спонсор – это я. Я сам себя спонсирую. В описании есть всякие сайты, майты. Это все я делаю там по красоте. Мучу тоже движ другим ребятам. Нормально там видосики, монтаж, тудыся-мудыся. Ну, а я так могу провести любое мероприятие, свадьбы или кто здесь. Вы уже... Да мы вот как раз скоро. Ну вот, смотрите. Нас свела судьба. 50 тысяч рублей. Все удовольствие. Придется еще на вопросы поотвечать. Да, я могу снять видосик, плюс пятнашка еще. Ну, подумаем. Чисто на вас будет заточен этот праздник и этот контент бешеный. Вы писать... Что, к сожалению? Мы не будем ее не здесь отмечать, мы здесь... Да мне по барабану, куда угодно. Хоть в другую, хоть в Бразилию, блин, в Олимпийские эти игры. Главное, билетики на самбик и туда-сюда. Привет кому-то передаем. Привет. Ну, спасибо, пожалуйста, в руки микрофон. Так, можно как поле чудес или как-то по-другому надо? Как поле чудес, да? Обязательно. Как поле чудес не получится. Ну, короче, передаю привет всем друзьям, близким, родным, родителям. Давай вот косарь тогда тебе, ну да, все-таки дам. Ты молодец. Очень хорошо отвечал на вопросы. Ой, какой молодец. Как понравилось мне вот это все. Спасибо! И вы должны очень серьезно сейчас сказать в камеру, что вы были согласны на видеосъемку. Я согласен на видеосъемку, паспортные данные говорить я не буду. Ну и что, Алексей, вот. Да. И Виктория. Согласна. Вот это мне наколачивать в Инстаграме, что ой, не надо меня опубликовывать. Я не поведусь на это. Не надо писать вот это. Все, согласие дано. Ребята, спасибо вам большое. Так классно было. До свидания. Всего вам, спасибо, всего вам хорошего. Приятно было с вами. Взаимно, ребят, спасибо вам большое. Все. Пока. Да, вот и так печально на этой ноте. Мы продолжаем дальше эту вечеринку. Здорово, меня зовут Женя. Сережа. Сережа, сейчас будет шоу. Я задаю 5 вопросов. Так. Если ты отвечаешь правильно, за каждый этот ответ правильный, ты получаешь 200 рубасов. Ну, давайте попробуем. Денег особо нет, поэтому старайся быть собой. Угу. Кто в греческой мифологии является царицей царства мертвых? Аида. Аида, подожди. Есть 4 варианта. Давайте. Пандора. Так. Медуза, Елена, Персефона. Давайте Пандора. Пандора – это первый ответ. Так, это первый. Первый неправильный ответ. Милиция едет. Как думаешь, не будут дело шить сейчас вот это вот, нет? Ну, деба же. Итак, второй вопрос. Какое имя носил правитель Руси, бывший сын Рюрика? Почему бывший? Не бывший. Какое имя носил правитель Руси, бывший сыном Рюрика? То есть он не бывший сын, он просто бывший. Рюрикович. Святослав, Игорь, Изяслав, Ярополк. Ярополк. И это неправильный ответ. Спасибо. В какой европейской стране находится знаменитое на весь мир местечко Ватерло? Швеция. Варианты ответов. Франция, Германия, Бельгия, Австрия. Бельгия. И у нас в копилке появляется 200 рубасов. Сейчас монтаж, музыка играет веселая. Ага. Это профессиональная передача. В какой области не присуждается Нобелевская премия? Математика. И ему не нужны варианты ответов. Это правильный ответ. Сережа. Ай, Сережа, молодец. Ой, господи, так. О. 4 или 5 было? Еще один вопрос. Еще один.
400 рублей, да, надо тебе? Хорошо. Какое число обозначается римской цифрой С? Это С русское. Какое число обозначают? Пусть будет 1000. Варианты. 1, 10, 100, 1000. Пусть будет 1000. Да пусть будет 1000. А правильный ответ? 100. 100. Вы победитель, как ни крути, в этой передаче, потому что 4 соточки сейчас я из своей копилки буду доставать. Передавайте привет кому-нибудь. Возьми микрофон. Передаю привет учителям своим по истории и географии. Видишь, все по соточке сегодня, все разменял специально. Знал, что ты будешь у меня тусоваться в передаче. Спасибо и хорошие вам шарашки. 400 рубасиков. Так, шарашки. Шарашки, что ты подразумеваешь под словом шарашка? Исключительно положительные. Шарашкина контора, то есть, да, ну что за шарашкина контора? Ну, то есть, какая-то богадельня. Ну, такое, местечко так себе. Издевайтесь над людьми. Ты считаешь, что мы над тобой сейчас издевались? Ну, немножко, да, вогнали меня в краску. Ну, видишь. Ничего, хорошего дня вам. Хорошего нам дня. Спасибо тебе большое, до свидания. Да. Немножечко. Станем здесь, да? Что за тема? Может, я вообще... Эта передача называется «Вопросы за бабосы». Очень популярная. Опачки. Меня зовут Евгений. Есть пару соток в кармане. Соток? Да. Ты будешь наша заключительная участница. Отлично. Все оставшиеся деньги мои? Ну, там рублей 500 есть. Олочки. За каждый правильный ответ я тебе плачу 200 рублей. Будет 5 вопросов. Вот такое вот передача. Да. Я спрашивал, как вас зовут? Нет. Ну, как же это все-таки называть-то вас? Мария. Мария? Мария. Мария или Мария? Мария. 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 Хорошо. Хорошо. Ответов нет? Ой, что-то пух попал тоже мне в глотку сейчас. Секунду. Нет, серьезно. Мы хорошо выглядим с Марией. В кадре мы смотримся четенько. Супер. Мясо свиньи называется свининой. Ага. Мясо барана – бараниной. А мясо коровы – как? Говядиной. Говядина. Почему? Не знаю. Даже пытаться не буду. И я тоже бы не знал, если бы у меня не было вариантов ответов. Смотрим в камеру. Все должны видеть ваше красивое лицо. Из-за запаха. Говядины называют из-за запаха. Из-за формы рогов, из-за древнего бога говяда, или так звали коров в старину. Последнее? Так звали коров в старину. Да? Ну да, я блондинка, мне можно. И это совершенно правильный ответ. Крашная блондинка. Кому принадлежит фраза «время – деньги»? Варианты ответов. Джону Рокфеллеру, Бенджамину Франклину, Уоррену Баффету. Второй вариант. Второй вариант – это что там было? Джон Рокфеллер? Что-то такое, да. Нет. Погуглите там. Нет, там второе было что-то другое. Сейчас, секунду. Джону Рокфеллеру, Бенджамину Франклину. Да. Бенджамину Франклину. Это который на деньгах? Если честно, я не помню правильный ответ, но хрен с ним. Это будет правильный ответ. Отлично. 200 мои? Уже 4. 4, да, отлично. Да. Давай дальше. Что ж такое? Какой путешествие? Не подглядывай. Подожди. Все в порядке. Жива? Все хорошо, жива, жива. Отлично. Какой путешествие? Не подглядывай. Какой путешественник первым из европейцев посетил Китай, а потом сочинил книгу о своих странствиях? Варианты ответов. Америго Веспуччи, Васко да Гама, Марко Поло, Дуче Чечевичо. Как аппетитно последнее звучало, конечно. Любишь чечевицу? Нет. Ну, это что-то связано с едой, голодна. А может быть, второй вариант? Понятия не имею, честно. Мне это нравится, там что-то такое было красивое. Америго Веспуччи, Васко да Гама, Марко Поло, Дуче Чечевичо. Васко да Гама. Это неправильный ответ. А, все. Марко Поло. Ну ладно, мне можно. Ладно. Ой, так. 25% от 160.
Вариантов нету. Нет, я говорю, еще раз повтори, прослушала. Цифры какие-то. 25% от 160. Следующий. Не будем даже, не будем считать эти мозг все. Мозг мы напрягать не будем. Мы не будем этого делать. Отказываться же можно? Вы можете написать правильный ответ в комментариях сами. Я не буду его озвучивать. Хорошо, договорились. Я потом посмотрю в комментариях. В Твиттере. В Твиттере? Да. Это для Твиттера снимается. Нет, в Твиттере. Ох. Не увидите тогда ничего. А ты кто такой вообще? Меня зовут Евгений Ширяев, я очень популярный блогер. Да? Да, в этой... А почему я тебя тогда не знаю? Я не знаю, что ты смотришь, Я не знаю, какой контент рекомендует тебе вся эта социальная сеть. Но если ты зайдешь в Рутуб, в эту вот советскую эту штучку, новую дрючку, там в топе будет мой первый видос самый стоять, прикинь. Кто здесь, прикиньте, ребята? И даже если я для вас, для кого-нибудь замучу видосик, вы тоже будете в топе. Кто здесь? Я буду в топе? Дай бог, дай бог. Какое море, по-любому? Да? Какое море разделяет Европу и Африку? Вариант ответов. Нету. География еще хуже, чем с цифрами. Я блондинка. Так, поцаки, подожди, подожди, что-то они суету погнали. Все нормально, мы снимаем, мы что? Еще раз, что? Фу, испугали какие? Меня. Не пугайте. Средиземное море. Сейчас, обещаю. подожди. Сейчас, подожди. А, ты уже сказал, да, ответ, что? Спасибо. Какой ответ? Я думаю, что это Средиземное море. Нет? Что? Что там еще разделяет? Какое море разделяет Европу и Африку? Средиземное такое есть? Действительно, это Средиземное море. Супер, мы поздравляем себя, это было круто. Ищ. Передай привет. Лучше ты чувствуешь, да, как пересушила жестко? Да нет, там у меня есть в детской. Ну что нужно сделать? В детской. Возьми в руки микрофон. Я что зал... такой легкий? Ну вот такая бутафория. Это же пранк. Раз. Мы тебя даже не снимали. Да. Дай попить не могу, Миша, я сейчас сдохну. А, то есть я правильно почувствовала, что ты пить хочешь? Да, очень. Я просто гадалка, у меня тоже есть свое шоу. Тут гадать не надо, не нужно быть гадалкой. А вам все скажи, а то еще в мой топ попадете случайно. Так, что там надо, 600 рублей, да? Да, можно их умножить. Смотри, на что-нибудь. Я сегодня, короче, видишь, на лавэхе сижу. О, ля ты богатый. Сколько лабосятов у меня, видишь? Ничего себе. Карты всякие, вот, и это туда, и сюда. Да, давай микрофон. Чувствуешь, да, кто здесь? На, 6 соточек. Сейчас просто такая. Хочешь, мы оставим твой инстаграм, чтобы все зашли и сказали вау! Ничего себе, какая ничего хочу, ничего себе! Конечно, давай. Конечно, хочу, давай. Давай. А прям продиктовать? Да. Mary.Gildina. Mary Gildina. Mary. Mary, то есть ma. M-A. Ну, а, русская А. Ну, да. Mary, вот это вот точка. Ага. Нет, не точка, а. У. У, а, Maru. Maru. Ну. Точка Gildina. Gildina. Да. Все, ну все. Короче. Это мой сценический псевдоним. Ладно. Давай, всего хорошего, у меня там подруга умирала вроде бы. Нас зовут Негодяй ТВ, всем расскажи Негодяй о нас. ТВ. Расскажи всем о нас, да. Вот. Спасибо тебе, до свидания. В описании есть вся информация, которая будет полезна вам, тем людям, которым нравится мое творчество и которые просто любят меня. Все, что я там напишу в описании, сделайте по красоте от души в душевном душу. Всем пиз, всем мир. Ну, вы сами все знаете, как говорится, что мир там и вот там... А, пацифизм, пацифист. Ну, сами как бы вы же знаете все про меня, ребята. Йоу, йоу. Все, на сегодня движуха закончилась.